вечер, дорогие друзья! На улице второй день зимы, но в этом зале сегодня тепло, светло и весело. А все потому, что мы начинаем КВН! И именно сегодня команды двух лиг, школьной лиги и студенческой, уже готовы поделиться с нами отличным настроением, искрометным юмором, музыкальным талантом и с нетерпением ждут своего выхода на сцену остроумия и веселья. Тема музыкального фестиваля – игра по нотам. Всем известно, что в каждом музыкальном произведении есть соло, так называемый ведущий исполнитель. И сегодня мы узнаем, кто же из наших команд займет это место в нотной партитуре. Впрочем, я уверен, музыкальный фестиваль пройдет в мажорной тональности. И под ваши аплодисменты я приглашаю команды школьной лиги на сцену. Игорь КВН школьной лиги. Целеустремленные безумчики. Команда школы номер 56. 5 с плюсом. Руководитель команды Иван Карманов. Изящные и грациозные, эстетически обученные. Единственная команда, состоящая из обворожительных девушек. Команда эстеты школы номер 57. Руководитель Роман Рогожин. Команда, которая отличается своей непредсказуемостью и умением превратить негатив в позитив. Команда студенческой лиги спешит порадовать вас своими шутками. Встречайте команду «Позитив» на Уральский технологический институт. Ну а мы встречаем на этой сцене команду дебютантов студенческой лиги. Молодую и перспективную команду колледжа НТИ. Зато люди! Метров игр КВН, участников всевозможных фестивалей, аппетитную команду «Каша» филиал Уральского федерального университета. Ну и как же мы сможем оценить музыкальное приветствие команд без многоуважаемого жюри? А состав жюри сегодня представляют Александр Бузов, директор детско-юношеского центра, а также КВНщик со стажем. Игорь Кубков, методист муниципального дома культуры, строитель, сценарист, ведущий развлекательных программ. Наталья Акилова, большая поклонница КВНовского движения, ведущий специалист комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам. Ну и кто подойдет? Дмитрий Чепчугов, экс-игрок команды Минзурки Технологи, любитель и преданный болельщик игр КВН. Ринат Шайхутдинов, автор и игрок сборной команды КВН Уральского электрохимического комбината. Татьяна Бондарева, директор агентства праздника «Жираф». Представитель счетной комиссии Оксана Гороховская, руководитель городской ассоциации учащейся молодежи. Ваши аплодисменты многоуважаемому жюри. Все участники готовы. Зрители, устраивайтесь поудобнее, и мы с нетерпением ждем музыкальных шедевров от команды.